подбор верхней одежды порой уходят часы и даже дни. Профессиональные консультанты интернет-магазина «Покупка люкс» сделают это за считанные минуты. Ведь предварительно на сайте магазина вы уже выберете понравившуюся вам модель из сотни предложенных здесь изделий. Итак, как профессиональные консультанты «Покупка люкс» помогают вам подобрать модель? Так, чтобы качественно, комфортно и стильно, ну, чтобы костюмчик сидел. Шаг первый. Позвоните в интернет-магазин. Ольга, я вижу, вы отложили в корзине 4 изделия. Какой у вас размер? Это ближе к российскому 46-й или 50-й? Понятно, 50-й. Это с учетом того, что вы будете носить на теплый свитер. Смотрите, Ольга, я предлагаю вам замерить ваши параметры и дать нам объем груди и бедер. И скажите, пожалуйста, какой у вас рост, чтобы могли вы максимально точно подобрать вам пуховик. Так. Угу. Так. Объем груди. Угу. Замеряете, да? 96. Так. Объем бедер. Угу. 105. Так. Рост. Консультанты «Покупка люкс» – это шопперы. Для них важен не банальный размер, а все нюансы, от которых зависит посадка изделия. Уделите немного времени и измерьте свои параметры, а мы компенсируем вам это лояльными ценами и идеальным подбором. Специальные раздвижные манекены помогут вылепить вашу фигуру с учетом всех объемов. Добрый день еще раз, Ольга. Это «Покупка люкс», Юля. Из выбранных вами пуховиков один не подойдет. Так что я выбрала вам 3 остальных и посылаю вам их в 2 размерах, в 48-м и в 50-м. Да, получается всего 6 изделий. Угу. Скажите, когда вы готовы встретить курьера? Угу, понятно, после 16:00. Оплатите наличными или по карте? Давайте, тогда курьер возьмет с собой терминал. Очень хорошо, ожидайте заказ. И не только объемы интересуют наших консультантов. Мы досконально подходим к вашему выбору. Юлия, с учетом того, что вы передвигаетесь по городу на автомобиле, мы подобрали 2 модели пальто из альпаки с рукавом 3/4, чтобы вам было удобно за рулем. Обе модели в 2 размерах. Выберите, что понравится. Простые действия позволят подобрать на вас ту самую удачную модель изделия. Если вы готовы приехать в наш шоу-рум, мы отложим несколько моделей и по приезду вы их примерите, чтобы выбрать подходящую. Другой вариант – доставка. И здесь у вас тоже будет выбор. Мы отправим не одну, а до 10 моделей для примерки. Этот вариант подбора мы назвали «Light». Скажите, когда вам удобно принять доставку? Мы можем тогда, когда вам удобно. Да, конечно, в гостиницу тоже можно. И в 2 часа тоже. Да. Значит, я отправляю вам 5 разных вариантов на выбор. А вы сами решите, что больше вам подходит. Да, вы можете оплатить товар картой. Курьер привезет банковский терминал. Не за что. Рада была вам помочь. До свидания.
вариант подбора Light больше подходит для покупателей, которые намерены посетить для примерки шоурум «Покупка люкс», либо получить курьерскую доставку по Москве и области. Для жителей из регионов России больше подойдет вариант подбора Pro. Ваши параметры? Так, размер мой 50-й, объем груди 115-й, талии 115 и бедер 108. 108, замечательно. В этом случае мы подходим более досконально к выбору. Права на ошибку не имеем, мы вам отправим лишь одну модель. И тут нужно сразу попасть в точку, с первого раза. Ваше участие для подбора Pro нам просто необходимо. Посмотрите, Мария, вот по вашим параметрам я выбрала пуховик Теодора 52 размера. Посмотрите, вот со всех сторон он хорошо смотрится, он немножечко притален и будет смотреться очень интересно. Посмотрите вот его со всех сторон, видите, сядет он на вас отлично, будет смотреться хорошо. А покажите мне, пожалуйста, еще капюшон. Да, вот посмотрите, капюшон хороший, капюшон просторный, теплый. Для лучшего результата мы можем замерить модели одновременно, находясь по обе стороны скайпа, к примеру. В этом случае уже сложно будет промахнуться. Но можем и отправить фото и даже видео выбранных нами моделей с учетом ваших параметров и предпочтений. Так, вам все нравится в этой модели? Да. Да, тогда все отлично, мы высылаем вам эту модель. Все, спасибо вам, Мария. Идея подбора товара в нашем интернет-магазине основана на принципу, как конструируем верхнюю одежду. Когда создают оликакала верхнюю одежду, то делают по 3-4 сантиметра на свободу движения. Именно эти 4 сантиметра мы ловим, когда сажаем вещь на манекен. Ну а дальше, если человеку нужно, чтобы вещь сидела более плотно или более свободно, мы просто варьируем эту цифру и сообщаем человеку, как эта одежда будет на нем сидеть. Мы не придумали ничего нового, мы просто ушли от русского авось к техническим принципам конструирования одежды.